У нее зазвонил телефон. Кто говорит? Антон? Антон Васильевич Лейкин из органов попечительства и опеки. Извините, звоним вам практически в ночь, но у вашего принца внебрачная дочь. Факт наличия чада был, видимо, скрыт. Мать ребенка попала на днях под ковид. Девочка собрана, ждет с вещами. В детский дом? Или будет жить с вами? Каменеет живот. Гаснет медленно свет. Из гортани впервые прорежется «нет». Я была для тебя идеальной женой. Но ты мой, понимаешь? Ты полностью мой. Да, мне жалко ребенка. Несчастье, беда, но не надо тащить мне ее сюда. Каменеет живот. Гаснет медленно свет. Перепонок впервые касается «нет». И вот на пороге стоит эта куколка. Платьице, бантики, белые туфельки. Ну, здравствуй. Как звать тебя, юное солнышко? Здравствуйте, тетенька. Звать меня Золушкой? А голос, как лезвие, острые, плоские. Ну, надо же, милая, мы с тобой тезки. Глубокий с усилием делает вдох. Скажи мне, ты любишь фасоль и горох? И улыбается Золушка вкрадчиво. И превращается Золушка в мачеху.